Каждый год предприятие «Уралспецтранс» организует праздник, посвященный 1 сентября, день рождения нашей компании. Это всегда батуты, аттракционы, сладкая вата, множество всяких развлечений. Мы поздравляем детей, мы желаем им учиться на 4,5, и чтобы всегда было все хорошо, и чистое небо над головой, и чтобы всегда светило солнце. Кто еще мне не доверяет, проверяйте платок. Смотрите, смотрите. Как-то вы очень внимательно смотрите, вы будете моим нелюбимым внимательным зрителем. Проверяйте. Итак, сейчас я покажу вам фокус. Заворачиваем. Главное, хорошо завернуть, чтобы ваши 500 рублей раньше времени никуда не исчезли. Заворачиваем. Что-что? 1000? Когда это было? Вы что? Держите двумя пальчиками. Крепко-крепко. Сейчас на счет 3 мы сделаем волшебное движение. И 100 рублей Марии исчезнут. Готовы? Раз. Два. Еще 3 нужно будет отпустить. 3. Отпускайте. Возьми, посмотри, может, запуталась где-то в платке. 50 рублей, ну, не жалко, в принципе. Не переживайте, конечно, ну, я не мог бы так с вами поступить. Конечно, это никакое не исчезновение, это телепортация. Купюра взлетела в воздух. Полетела. И приземлилась в правый карман брюк вот этого молодого человека с добрым лицом в очках. В правом кармане брюк. Засовывайте пинцы руку, доставайте купюру с автографом Марии. Поднимайте над головой под бурные аплодисменты. Доставайте. Ой, я перепутал. В левом кармане. В левом. Что? Тоже нет? Странно. Вообще, первый раз я делаю этот фокус, наверное, с первого раза не всегда получается. Мария, у вас деньги есть еще с собой? Давайте еще раз попробуем. В связи с тем, что у нас был очень большой опыт, мы в этом году решили сделать, чтобы не было очередей сильных, заказали батутов побольше, сделали сладкой ваты побольше, нормальных артистов пригласили, и очень много точек, где дети и... аквагримом занимаются, и слаймы делают, и научное шоу смотрят, и участвуют в интеллектуальных играх. Поэтому вот сейчас смотрю, на площадке народ немного, все растеклись, по-моему, по этим. Ну, им интересно, поэтому нам тоже это интересно. Отличный праздник. Спасибо организаторам. Я смотрю, вы пироженку сделали сами, нет? Дети кормят, подкармливают. Что вот в прошлом году было, что в этом году? Чем отличается прошлогодний праздник от этого? Холодно. Атмосфера-то тоже такая же, все нравится, все здорово. Дети довольны. Каждый год ходишь? Да. Что интересного в этом году? Ну, тут больше стало мастер-классов со слаймами. Ну, мне кажется, что мастер-классы со слаймами – это интереснее, чем раскрашивать лицо себе. Я бусинку отдам куклеву. Да, у меня бусинка есть, да. Класс. Ну ладно, отдыхай, молодец. Очень красивый у тебя цветочек. Компания «Уралспецтранс» в этом году исполняется 19 лет. Мы все увереннее стоим на ногах. У нас... с каждым годом появляются все более такие заказчики, которых мы, ну, лет пять назад мы только о них мечтали. Они у нас уже сейчас стабильно приходят.
Вот. Продолжается развитие. Традиционно мы поздравляем детей, первоклассников. У нас сегодня в этом году сколько? 40. Давайте. Так, ну, во-первых, мы благодарим Алексея Владимировича за поздравления. Ладошки вы сегодня хорошенько разогрели. Богатырев Игорь тоже бежит за своими подарками и шариками. Игорь такой улыбчивый. Давай, смеет, учись, громче, приходишь громче. К нам на работу. Ладно? Как они сейчас все, волнуются. Какой... Поздравляю тебя первым классом. Давай, вставай. И тоже присоединяется к нашим будущим первоклассникам. Праздничный день предприятия «Уралспецтранс» чествует лучших сотрудников. Жмаев Игорь Васильевич. О! Молодец! Молодец, Игорь! Давай, так держать. Хороший праздник, веселый праздник, 19 лет в фирме. Я очень рад, что это вот эти вот ребята в свое время создали эту фирму. Вот. Я в ее создании принимал самое посредственное участие, когда растил Костю. Костя — это наш директор, если кто не да, знает. Да, а я говорю его. Спасибо, с праздником. Поэтому я очень рад, что они этого достигли таких высот, таких свершений, столько людей. Я всегда всем говорю, что ребята делают чудо. Порядка 800 человек получает заработную плату, отпускные, кормят свои семьи. Многие из них получили отличные профессии, работая здесь. Да. В общем, нашли себя в этом, на этой фирме. Поэтому я желаю ей процветания. Другого я не могу пожелать в этой фирме.